Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре хотел бы вам рассказать о новом проекте под названием Noisy Cash. Это такая различная соцсеть, там где мы делимся постами, лайками. Итак, перейдем к регистрации, нажимаем Get Started. Здесь мы вводим имя, email, пароль, подтверждаем пароль. Итак, мы попадаем на страницу. В чем заключается суть заработка? Мы выкладываем посты, и за то, что нам ставят лайки, мы получаем криптовалюту Bitcoin Hash. Ввели тут новое введение, что когда ты ставишь лайки, не видно, сколько тебе дают центов. В принципе, вы заходите в раздел Channels. У меня уже тут добавлены группы, в которых часто люди заходят, и тут в принципе активность очень большая, то есть 14 тысяч пользователей в этой группе, и здесь 723, но здесь они очень активны, и поэтому больше смысла я определяю этим группам, так как, я еще раз повторюсь, тут заработок состоит из лайков. Здесь группы очень сложно будет вам найти, я оставлю вот эти вот группы у себя по ссылке в описании. В каждой группе, если вы действительно захотите сами искать какие-то группы, которые вам будут интересны, там про спорт, про рыбалку, про какие-то косметику и так далее, вы должны будете ознакомливаться с правилами. Вот здесь, Rules. Здесь нам пишется, что мы можем публиковать еду. То есть мы не можем ничего другого. Футбольные матчи и тому прочее. Также хотел бы подметить, что здесь много групп англоязычных, зарубежных. То есть вы просто заходите в переводчик, пишете любое предложение, пожелание, переводите его, вставляете картинку и выставляете тем самым пост. Сейчас я вам это продемонстрирую, как этот весь процесс сам делается. Итак, мы сейчас будем выставлять обед. То есть какие-то расфуфыренные картинки нам не так уж и важно будет. Надо будет выставлять те, которые более похожи, которые вы сфоткали сами от себя и просто хотите поделиться, ну, с людьми. И, конечно, чтобы она была привлекательная, чтобы люди ваши старания, ваш пост оценивали. То есть, в принципе, можно взять какой-то вот салат. Кликаем правой кнопкой мыши, сохраняем его в изображение. Далее переходим на сайт, нажимаем на вот это вот окошко, вставили мы картинку и какую-то надпись нужно будет сюда внести. Открываем переводчик и здесь с русского, украинского, как вам удобно, как пожелает душа, так и вы можете печатать. Вот так вот кратко мы это копируем. Далее переходим обратно к своему посту, вставляем. Отправляем. Мой пост что-то не пропускает, я этим сейчас разбираться не буду. Ну, в общем, смысл вы поняли, как это все делать. Далее, что вам нужно, чтобы получать эти центы на свой кошелек Bitcoin Hash? То есть, в принципе, весь заработок тут зависит только от вас. Как вы часто будете выставлять посты, в какие группы. И тут даже играет роль, чтобы вы понимали, в какое время вы будете это выставлять. Итак, подвязать кошелек можно в разделе Setting. И далее вы здесь его подвязываете. В нижней строчке вы ничего не указываете, потому что если вы здесь укажете какую-либо сумму с ваших средств, за каждый лайк оно будет сниматься. Далее, как вы можете видеть, я ранее ввел свой здесь аккаунт довольно-таки активно. Также здесь я делился своим заработком, сколько я здесь получал. Это опубликовал у себя в канале на Noisy Cash. Вернемся же к кошельку. Как это его установить? Ссылка будет в описании на кошелек Bitcoin Hash. Итак, рассказываю как и что. Просто у меня сейчас нету доступа к телефону, чтобы я вам продемонстрировал. Итак, первое. Вы заходите с телефона. Вы устанавливаете на Android или на iOS. В зависимости, конечно, от вашего телефона. Жмете «Установить», потом «Открыть». 5 раз жмете «Далее».
жмете кнопку «Войти через Google». После этого в открывшемся вашем кошельке вам нужно будет нажать на «Мой кошелек BSH». Потом жмете вправо вверху на таких три точечки у вас будет. После этого нажимаете на раздел «Показать мою фразу для восстановления». Видите этих 12 слов. Вы их записываете на блокнот, куда угодно, чтобы они у вас были. После этого вам нужно будет их прописать вручную. Далее вы возвращаетесь на этот сайт, в котором мы сейчас находимся. Нажимаете на раздел «Сеттинг» и, как я показывал, импортируете Bitcoin Cash кошелек ваш. Также вы можете спросить, а почему же у меня здесь он не импортирован, ведь я получал средства. Объясняю. Из-за того, что я отвязывал свой Bitcoin Cash кошелек, так как я потерял к нему ранний доступ, сейчас у меня новый, я его восстановлю и буду тем самым получать на него центы, и они конвертируются в Bitcoin Cash. Далее вы нажимаете, вводите здесь вручную 12 слов без пробелов, без ком, без ничего. Жмете кнопку импорт, и все, у вас кошелек в принципе уже подвязался. Также все ссылочки будут в описании, как на посты, как на группы, так на данный вид обзора, как на кошелек. В общем, все будет. С вами был канал Crypto Crazy Man. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать вот такие вот бомбезные видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Здесь будет выходить множество постов, как про вайтлисты. Дополнение к видеообзору, как вы можете видеть, я здесь снимал видео и дополнял его, что сказал в своем видео. Всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч!